Неужели я управился? Уже сейчас солнце выйдет, а я только забросил. Хотя приехал еще час назад. Начал делать первые забросы, зацепился за этот, за камышек. Она куда-то не туда полетела. Я вообще думал, перерезал основную. Начал выматывать, там зацеп. Ну и понеслось. Обрывы, потери, ну как обычно. А время-то идет. Ну сейчас все, подвязались, забросили, все пошло по месту, будем ждать. Как-то так, погода стоит просто шик, опять ветра нет, теплынь, я без бушлата, ну прям, я чувствую, сегодня можно будет даже загорать. Ну посмотрим, как это тепло отразится на клеве, надеюсь, сегодня будет клевать, потому что... Те дни была одна печаль. Забросили под утряночку. Забросы. Мне понравились, как пошли все. Теперь остается только ждать. Кстати, что-то сегодня этот, рыба какая-то неактивная. Вчера все-таки душман, нет-нет, голову показывал, игралась рыба. Сегодня пока тишина. Ну, нас душман не интересует, но все равно как такая интересная информация. Так, ладно, вешаем сигнализаторы и ждем. Где там чё? Сейчас. А вот и поклевочка. Причем я уже хотел перебрасывать. И наконец он клюнул. Простоял что-то порядка 40 минут. Так, и сейчас я. Сейчас я похвалюсь. Ну тяжел. Вот он, вот такой вот голавлик. Но шел он так тяжело, просто невероятно. Всю дорогу упирался, ага, распушился-то как. Вот он голавлик. Ой, слава богу, клюнул. Это меня вот заговорили, потому что я хотел уже перебрасывать минут где-то 5 назад. Я уже встал и вот зацепился. Хорошо, что зацепился языками. Так бы перебросил и не клюнул бы. Но опять поклевочка такая, очень слабенькая. Вот, но сопротивление оказывало достойное. Вот он, красное перышко какое.
Голавль, молодец, что клюнул. Спасибо. Так. Ну, пора перебрасывать. Все-таки не зря я прям под удряночку забросил. Так, ладно. Перебрасываем. Ну, в общем-то, неплохо пошла по месту, я считаю. Можно, конечно, было немного как правее чутка, прям метр полтора. Ну ничего, мне нравится, как легла. Так, все, ждем. Ага, это наши ребята там тоже. Благодарю. И вот еще одна поклевочка. Причем вот я только ее забросил, поставил сигнализатор и буск удар. Это радует. Надо перебрасывать, потому что что значит тоже вложился в заброс и все пошло по месту. Так, сейчас покажу. Вот такой вот небольшой, но ай, ты смотри прям, они прям позируют сегодня мне. Ага. Вот он голавль какой, классная рыбка и поклевочка прям. Так, ладно, надо перебрасывать. Что-то насадку пересушил, прям еле залезла.
Я это называю, чтобы по красоте просто пошло. Ну, посмотрим, как оно сложится дальше. Все, вешаем сигнализатор и ждем. Поклевочка принесла вот такой вот небольшой трофейчик, небольшой голавлик. Клевал опять очень осторожно, как подлещик мелкий. Ну, сопротивлялся, конечно. Начали оказывать сопротивление достойное. Даже вот такие небольшие экземпляры. Это радует. Причем, да, эту я опять шмальнул подальше чутка. И поклевочка. Небольшой, но приятный. И да, простояла, не знаю, минут где-то 15-20 и произошла. Так, перебрасываем. Кстати, это первую, по-моему, рыбу я поймал. Вот на свой вот этот. Вот этот вот дичайший колхоз. Конечно, это ужас, но я смог справиться. В общем, я рад. Все, перебрасываю. Вот. Все туда же, все по месту. Вешаем сигнализатор. Я считаю, рыбалочка у меня сегодня состоялась. Поклевочки видели. Главное, не в тишине просидели. Понятное дело, что размер не трофейный. Но после двух дней тишины пускай хотя бы такие поклевывают. А то прям, ой, как грустно сидеть без поклевки. Так, ну опять вот в предрассветный час все поклевочки случились. Причем поклевка я вытаскиваю, забрасываю, ну там минута, наверное, проходит даже меньше. Ну то есть вот груз упал и сразу поклевка. Вот. Сегодня, конечно, опять были потери, зацепы, но... Это рыбалка, без этого никуда. Так, ладно, будем пробовать в следующий раз.